стало? Шикарный завтрак. Может, все-таки останешься? Я бы с удовольствием. Но кто тогда будет следить, чтобы офис не накрыло бумажной лавиной? Выгляжу, людоедана в ярости. Влетела чуть ли не на метле и сразу к Кравцову. И? Крови твоей хочет. Сказала, как только ты появишься, немедленно к ней. Здравствуйте. Наконец-то вы изволили явиться. А вы не перестаете меня удивлять, Анна? Если бы по поводу вчерашнего недоразумения... Ваши отношения с моим женихом стали для меня сюрпризом. Между мной и Пашей нет никаких отношений. Мы же вам вчера все объяснили. Скажите, Анна, откуда взялись эти вы с Пашей? Совершенно случайно. Из-за письма, которое я ему случайно отправила. Подождите. То есть вот то письмо было от вас? Это произошло случайно. Это было недоразумение. Вы влезли в мою личную жизнь, а я этого не прощаю. Окончательно решил убедить меня, что ты ни на что не способна. Зачем ты втянул в организацию нашей свадьбы эту маленькую идиотку? Я знаю, что ты злишься из-за Ани, но я хотел как лучше. Как лучше? Похоже, у нас с тобой разные представления о том, как лучше. Послушай, я стараюсь. Я правда стараюсь. Именно Аня мне помогла понять, что ради тебя я должен измениться. Аня помогла мне найти дом. Организовать такую свадьбу, чтобы тебе понравилось. Аня придумала Аня. Каждую... Аня, Аня, да я не хочу слышать никакой Аня, как ты не понимаешь? Хорошо. Хорошо. Я больше не буду о ней вспоминать. Самое главное, что у нас скоро свадьба, и мы любим друг друга, да? Ты обещаешь, что не будешь с ней больше видеться? Да как ты не поймешь, мы просто друзья. Вы с ней не друзья. Сегодня я ее уволю. У меня ведь почти все получилось. Так, не ной. Нужно поговорить с Кравцовыми. Не хочу. Как не хочу? То есть ты все оставишь и уйдешь? А проект для Филатова? Ксюш, я знаю, что ты хочешь как лучше. Но я не хочу унижаться. В конце концов, это... не последняя архитектурная компания в мире. Я найду что-нибудь другое. Я тоже уйду. Не вздумай, слышишь? Мы обязательно что-нибудь придумаем, и все у нас будет хорошо. Слышишь, Ксюш? Ну. Здравствуй, Анечка. Здравствуйте. Привет, Герман. Привет, мой хороший. Привет. Как дела? Хорошо. Ну, умничка. Всего доброго. До свидания.
Господи, какой кошмар. Сразу видно, что оформлением занималась недоархитектор. Это просто катастрофа, ма. Успокойся, возьми себя в руки. Сейчас мы все переделаем. Надо было мне сразу этим заняться. А это, смотри, какая пошлость. Как-то здесь пусто, ма, да? Надо пустить детей в костюмах ангелочков, пусть они ходят среди гостей. Я хочу, чтобы моя свадьба была шик и блеск, а не вот этот вот унылый утренник. А может, мы поставим на столы ледяные статуи? М? Хорошая идея. Господи, что это за кошмар? Ма, я тебя прошу, убери ее. Все, все. Позови какой-то нормальный струнный квартет. Будьте любезны. Наконец-то вы приехали. Нам надо прогнать свадебную церемонию. Паша, пойдем выйдем. Нужно поговорить. Света. 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 Давай оставим все как есть. Но мы неделю этим занимались, красиво же. Да к черту это все. Ты должен был сделать все сам, а не сваливать на мою подчиненную. Отличный подарок на свадьбу. А я тебе уже 100 раз говорил, что я хотел сделать как лучше. Но просто нет слов. Послушай, ну там как... Молчи, ничего не говори. Я запрещаю тебе заниматься подготовкой моей свадьбы. Нашей свадьбы. У меня нет времени. Мам, поехали. Свет, ну подожди, ну надо все отрепетировать. Все должно быть по сценарию. Да? А там будет что-то оригинальное? Ну... Я сильно сомневаюсь. Вы с шафером выходите, играет музыка. Затем выхожу я, ты берешь меня за руку, играет марш, и мы подходим к арке. Ничего не забыла? Вообще переживаю, что это нужно. Конечно, нужно. Какая свадьба без этого? Не парься, я уже все придумал. Вот этого я и боюсь. Будет сюрприз. Слушай, я надеюсь, ты не будешь звать этого стриптизершу. Паш, ты серьезно думаешь, у меня проблемы с воображением? Да не то, чтобы просто переживаю, что ты фильмов насмотрелся. И... Слушай, Паш, ну не переживай ты так. Расслабься. И доверься профессионалам. Добрый вечер. Все, мне пора. Ну, пора. Пока. Все, пока. Света, привет, Света, пока. Лёва, уже уходишь? Ну и о чем таком высоком вы говорили? О мальчишнике? Да, Лёвка придумал. Говорит, что свадьба без мальчишника – это как церемония без невесты. Да. И что? Будет стриптизерша? Это что? Боже упаси. Надеюсь, у тебя тоже стриптизер не будет. У меня? Ну да, на твоем девичнике. Или у тебя его не будет? Ты представляешь, Лёва организовывает ему мальчишник. Господи, они как дети. А я совершенно забыла о девичнике. Да? Так ты все-таки собираешься его устроить? А что тут такого? У тебя же подруг нет. И что? Почему это должно помешать мне организовать девичник? Не знаю. Для себя одной. Где-нибудь в шикарном ресторане. С бокалом мартини. В укромном уголке. Знаешь что, мам? Не надо так грустно. Между прочим, мне сказали по секрету, что готовят для меня девичник. Да? И кто эти люди? Мои коллеги. Да. Сказали, что сами все организуют. Ясно? Ксения, ну, а вы же здесь со всеми в хороших отношениях? Конечно. Это же моя работа. Мне нужен девичник. Какой девичник? Чей девичник? Мой. Мой девичник перед моей свадьбой. А.
Хорошо. Тогда мне нужен список ваших подруг. Ты что, белины объелась? Собери всех сотрудниц нашего офиса. Светлана Леонидовна, я не очень уверена, что все смогут прийти. Выходные. Никуда не надо приходить, и никаких выходных нет. Организуйте все прямо здесь, после работы. Это все. Ну, я думаю, что в клубе. Кстати, а твой-то девичник где будет? На работе? Тоже в клубе. Толпа девчонок. И ты знаешь, это так странно. Вот мы сейчас разъезжаемся и встретимся уже на церемонии. Да. И станем мужем и женой. Угу. Но ты же только без глупостей там, на мальчишнике. Ты тоже будь хорошей девочкой. Лёва. Мама. Привет. Привет. Спасибо, что пришла. Хороший вечер. Не хотела сидеть дома. Прогуляемся? Тут недалеко есть хороший ресторанчик. Ответственное решение вступить в законный брак. Никаких ответственных решений. Мы сегодня безудержно веселимся на последней холостяцкой вечеринке Пашки. Девочки. А где все? Что-то я не слышу, чтобы здесь была какая-то вечеринка. Всех уволю. О! Ну что, поздравляю тебя с девичником, Светлана Леонидовна. Сюрприз! Дорогая Светлана Леонидовна, вы выходите замуж. Это огромное счастье для нас. И это прощальное... Празднично. Праздничная вечеринка. Этот веселый девичник – это наш подарок вам на свадьбу. Какой сюрприз. Вас так много. Ты их что, сюда под дулом пистолета затащила? Почему? Сами организовали мне сюрприз. Обожают меня. Это чувствуется. Паш, ты что такой грустный, а?
Да. Что-то как-то не весело. Сейчас все устроим. Не надо. Подожди, секундочку, только все начинается. Ну что? Кто-нибудь скажет тост? Черт! Что здесь делают, а? Оп, оп. Разбирай. Опа. Так. Так, по трубочке взяли. И давай, Пашка, пей. Ты, Пашка, это последний твой шанс! Посмотрите, девчонки, сыпочки, я к вам! У-ху! Наталья Ивановна, я на минуточку, ладно? На минуточку. А у меня Паша такой дурачок, говорит, а давай поедем в свадебное путешествие на машине. А я ему говорю, так может мы еще и в палатке жить будем? Вот именно. Говорю ему, нет, Пашенька, поедем мы в Дубай. Лучшее место для медового месяца – это Эмираты. Правда, ма? Эмираты. Так, у меня созрел тост. Давайте выпьем за то, чтобы каждый достался такой муж, как мой Паша. Он очень послушный, беспрекословный. Ну и любит меня. Знаешь, я всегда мечтала о добром, искреннем, честном парне. Это прекрасная мечта. И она сможет осуществиться. Но почему, когда ты встречаешь человека, который тебе действительно нужен, уже ничего нельзя изменить? А настоящая любовь приходит тогда, когда уже слишком поздно. Ань, настоящая любовь – это, конечно, прекрасно, но ненадолго. В жизни есть много других радостей. Наши встречи. Наше общение. Очень близкое общение. Да. Ань, ты срочно должна поговорить с Пашей. Я никому ничего не должна. Пашу жалко. Людоедов на его съезд не подавится. Это же не женщина. Это какая-то самка богомола. Ань, пойдем отсюда. Секунду. Это кто там? Стас. Как Стас? Какой Стас? Аня, может... Ты в своем уме? Я не хочу больше ничего слышать о Паше. Слышишь? Все нормально? Все хорошо? Все. Отлично. Все. Что нового? Стас, отстань. Ну чего ты? Стас, ну неужели ты думаешь, что мы пойдем к тебе? Неужели ты думаешь, что мы узнали просто так? Стас, отстань, а? Девушка, помощь нужна? Нет, спасибо.
я должен быть на мальчишнике, но... А я еще должен быть самым счастливым человеком на земле. Только пока не очень получается. Все перед свадьбой немного нервничают. Может быть. А ты что здесь делаешь? Я просто зашла. А. Просто зашла. Просто зашла выпить чего-то покрепче. Слушай, а может, мы не зря встретились-то? А разве это имеет значение? Случайно или не случайно? Иногда не нужно искать какие-то знаки. Может быть, нужно? А? Может, нужно? Паш. Прости, но... Но у тебя завтра свадьба, и мне лучше уйти. Да. Аня! Ань! Анна, присядьте, пожалуйста. А я всегда знал, что Пашка раньше меня женится. И знал, что его выбор меня абсолютно не устроит. Ты про Людоедовну? Кого? Светлану Леонидовну. Мы ее в офисе называем Людоедовной. Подходит. Слушай, мне так кажется, что Паша ее боится. Какой-то он забитый рядом с ним, как в воду опущен. Но только с Аней, он нормальный, веселый, счастливый даже. Ну как? Это. Лёва, дискотека 80-х. Людоедовна тебя убьет, снимай. Ой, как-то это все неправильно. Аня запрещает мне говорить о Паше, сама о нем только и думает. Я же вижу. А как же они здорово этого мужика и Жека провели. Вот бы из них хорошая пара получилась, правда? Почти идеальная, как мы с тобой. Да, тогда вы вчетвером дружили. Вот было бы круто. Ты понимаешь, что твой лучший друг сегодня женится не на той? Уже понял. Значит, логика такая. Свадьба – это счастье. Он счастливый. Нет. Тогда отменяем свадьбу. Вперед. Штаны надень. Аня, я все узнаю. Что знаете? Мне позвонила ваша подруга, Ксения. Она сказала, что на самом деле проект создали вы. И что у вас...
концертная. О, спасибо. Для меня это честь. Давай помогу. Угу. Ты что? Волнуешься? Угу. Все-таки первый раз женюсь. Хм. Всегда бывает первый раз. Главное, чтобы ты был уверен, что хочешь. Чтобы этот первый раз был именно сегодня. Да, тем более уже ничего нельзя изменить, да? А ты хочешь? Ну что, жених? Готов? Да, готов, я готов. Оп! Все идет по плану. Свадьба такая, как я мечтала. Мам, гений. Я рада, что ты рада. Правда, Паша притащил этих своих пенсионеров. Я надеюсь, они переживут. Нифиг. Ну и Диню. Да. Хорошо, когда в такой день друзья рядом. А потом он встретил настоящую любовь. И они прожили счастливейшую жизнь. Ну вот. Никогда не поздно начать все сначала. Любовь — это бурное море. Так будь же хорошим пловцом. Свадьба скоро начнется. Я сегодня уезжаю. Филатов предложил заняться строительством его отеля. Так, стоп. Филатову ты все объяснишь потом. Ты Пашу любишь? Это уже не важно. Свадьба скоро начнется, я все равно никуда не успею. Все пропало. Она не успеет. Мам, может, хватит? Я что, не могу выпить на свадьбе своей дочери? Свадьба еще не началась. Ой, хорошее платье, а как же в нем? А? Гадкий утенок приехал со своей свитой. Доченька, ты готовься, я сейчас вернусь. Хорошо. Ждите меня здесь. Что делаешь?
Пытаюсь остановить свадьбу. Она не должна состояться, понимаете? Паша делает огромную ошибку. Он на самом деле любит Аню. Я это знаю. Но так ты свадьбу не остановишь. Ну что, будем начинать? Да. Так, напоминаю, жених, вы первым выходите к алтарю с шафером, а потом выход невесты. Проходите в зал, готовьтесь к церемонии. И стойте, как мы с вами репетировали. Доченька! Готова? Мама! Что происходит? Вы меня не знали! Тихо! Как Паша? Нервничает. Но вида не подает. Молодец. Гости уже там. Сейчас к алтарю выйдет жених и шафер, затем начнется музыка, и как только вы ее услышите, вы сразу идете к жениху. Благодарим вас. Все замечательно. Пойдем. Ой, извините. Что происходит? Ради бога, я не хотела. Простите, пожалуйста. Да. Просто бабушка не в себе. Извините. Ой. Ма, какая штука. Я тебя буду замуж выходить. Так, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, моя девочка. Пойдем, моя девочка. Да что вообще происходит? Почему все это летит ко всем чертям? Успокойся, никуда ничего не летит. А, ну что делать, а? Фу. Так, спокойно. Я сейчас придумаю. Свадьба должна состояться сегодня. Все должно идти по плану. Да. Мы сорвали начало церемонии. У тебя есть еще время приехать. Зачем? Как зачем? Затем, что нельзя отпускать человека, которого ты любишь, Аня. Это твой шанс стать счастливой. Давай, приезжай и расскажи Паше все. Едем. Девушка, вы меня слышите? А! Черт, ма. Не паникуй. Мы закажем тебе новое платье. Его быстро доставят. Стоп. Не надо ничего заказывать. Я придумала. Вау! Вуаля! Начинаем! Ну... Внимание, дорогие гости! Внимание! Мы рады приветствовать вас на официальной церемонии бракосочетания. Давайте же, дамы и господа, поприветствуем нашу прекрасную невесту. Наша несравненная невеста. Что смотришь? Это пенсионеры твои чуть свадьбу на мне сорвали. Чтоб я после церемонии их не видела, понял? Можно начинать? Да начинайте уже. Дорогие жених и невеста, любовь – это сокровище, которое даровано человеку для счастья. Вы заключаете этот союз для того, чтобы ваши сердца бились вместе и навсегда. Принесите же клятвы друг другу. Жених, прошу. Павел, ваша клятва. Света, ты красивая, умная, чудесная девушка.
Спасибо, что ты была со мной рядом и пыталась сделать меня лучше. Но мы с тобой слишком разные. Что? Я не тот, кто тебе нужен. Ты достойна лучшего. Что ты несешь? Маш, что Извини, мне пора. Что он несет? Паша, не смей срывать мне свадьбу! Паша, вернись немедленно, иначе я никогда за тебя не выйду! Здесь у нас будет одно бунгало, здесь у нас будет второе бунгало, а здесь у нас с вами ничего не будет. Ай. Анна Сергеевна, можно вас? Да, конечно. У вас неплохо получается, так? Это еще только начало. Впереди у нас еще очень много работы. Я вас отвлеку ненадолго. Хорошо. Подождите здесь. Строю дом своей мечты, там нет предательства и боли, там воздух дивной чистоты, там за окном ромашек поле. Я строю дом своей мечты, осталось сделать два оконца, я назову его дом солнца. Там будет сын, и будешь ты. Мы с тобою в наш дом возьмем очень много любви. Мы все окна в нем распахнем, запоют соловьи. В этом доме моей... Что происходит? Мы просто не закончили оформлять нашу свадьбу. Навсегда, навсегда, навсегда. В саду вишневом, где наш дом, накроем стол под синим небом, друзей и близких созовем и угостим вином и хлебом. Спасибо вам большое, без вас ничего бы не получилось. Своей мечты. Там нет болезней и ненастья, там детский смех и слезы счастья, там есть любовь и там есть ты. Мы с тобою в наш дом возьмем очень много любви. Мы все окна в нем распахнем, запоют соловьи. В этом доме моей
мечты, не летят и года. Будем вместе в нем, я и ты, навсегда, навсегда, навсегда.